Круизный сезон во Владивостоке стартовал 20 марта. При этом наш город увидел и новые лайнеры, среди которых судно «Альбатрос» под флагом Багамских островов. Именно оно и открыло сезон. На борту судна было 635 пассажиров, большинство – жители Германии. It's cool. Здесь очень холодно, но мне понравилось. Понравилась Россия. Было бы неплохо вернуться, но добираться сюда тяжело. Мы посетили много мест. Железнодорожный вокзал, главную площадь, субмарину. Смогли немного погулять и купить сувениры. Я практически ничего не знала о Владивостоке, отправляясь в путешествие, но сегодня узнала многое. Здесь очень хорошие люди и современный город. Я не думаю, что вернусь сюда снова, потому что далеко. Мы приехали из Германии, а это огромное расстояние. В апреле Владивосток встречал круизные суда три раза. Дважды в порт зашел хорошо известный приморцам итальянский лайнер «Коста Нео Романтика» и один раз голландское судно «Вестердам». «Коста Нео Романтика» выполняла 6-дневный рейс. Большинство путешественников – корейские туристы. На борту лайнера было почти 2000 человек. Я работаю на лайнере в службе безопасности. Мне разрешили сойти на берег, и я собираюсь познакомиться с городом. Мне кажется, здесь здорово. «Коста Нео Романтика» уже в рамках следующего круиза зашла во Владивосток во второй раз. В этот же день к берегам дальневосточной столицы впервые пришвартовался голландец «Вестердам». Это первый случай в современной истории Владивостока, когда порт принял два лайнера одновременно. «Вестердам» путешествует по Японскому морю под флагом Королевства Нидерланды и прибыл из японской Канадзавы. На борту лайнера голландца было около 2000 туристов, в основном американцы и австралийцы. Я была удивлена городом. Мы видели Москву, Санкт-Петербург. У вас другой город, красивый. Мы посетили экскурсию, были в музее, на площади, объехали город. Мы уже 14 дней путешествуем. Это прекрасно. Объехали Японию. Направляемся домой, в Канаду. В мае, когда стало уже достаточно тепло, горожан радовали еще три судна. «Коста Сирена» пришвартовалась в порту 3 и 7 мая. Огромный круизный лайнер доставил в край около 6 тысяч туристов из Республики Корея. «Коста Нео Романтика» вновь привезла своих пассажиров 30 мая. Отметим, что жители Приморья смогли не только встретить туристов, но и сами отправиться в путешествие. Июнь во Владивостоке прошел без прибытия лайнеров, а вот уже в июле одно судно все-таки посетило столицу Дальнего Востока. «Diamond Princess» встретили 31 июля. Этот визит бриллиантовой принцессы стал юбилейным. Судно зашло в Приморье в 10-й раз за последние несколько лет. В августе во Владивосток впервые, и спасаясь от тропического шторма, на несколько часов раньше запланированного времени зашел морской гигант «Маасдам» под голландским флагом. Второй раз судно прибыло в Приморье 22 августа. В перерыве между его визитами зашел мальтийский «Ocean Dream». Большая часть отдыхающих на лайнере – азиаты. Однако среди туристов можно было встретить и португальцев, и румын, и даже бразильцев. Мы приехали, чтобы посмотреть памятные места, архитектуру, которая нам уже нравится. Мы бы еще хотели пофотографироваться, например, у церкви, вон там. А я просто хочу есть. В сентябре на время ВЭФ лайнер «Коста Венеция» стал плавучей гостиницей для гостей 5-го форума. После него самый большой круизный лайнер, который когда-либо заходил в порты России, пришвартовался у морвокзала Владивостока. На борту «Spectrum of the Seas» было почти 5000 туристов. Лайнер доставил гостей из Китая и США и около 200 российских пассажиров, круиз которых начался в Шанхае. Столько же россиян сели на судно во Владивостоке и отправились к берегам Японии. Я путешествую с родителями. Этот город очень романтичный. Он очень небольшой, но я думаю, жить здесь комфортно. Очень красивый город, очень красивый мост. У нас на борту около 200 русских гостей. Они жители Владивостока и прибыли сюда из Шанхая. Очень милые люди и прекрасные впечатления от захода во Владивосток.
Заход судна таких размеров стал возможным благодаря проведению дноуглубительных работ у причалов морского вокзала. После первого гиганта визит в столицу Дальнего Востока нанесло круизное судно Quantum of the Seas, старший брат Спектрума. Я работаю певицей на лайнере. Это мой первый раз в России, очень круто. Хочу прогуляться по городу, сделать фото вон там и вкусно поесть. Мы празднуем на лайнере 80-летие бабушки. Да, а она все еще школьница и обожает историю. Это мой первый визит в Россию, очень захватывающе. Я тоже здесь впервые. Да, здесь очень здорово. В октябре под финал круизного сезона во Владивостоке прибыл полюбившийся приморцам лайнер «Коста Сирена». Итальянское судно заходило в наш порт дважды, 14 и 17 октября. Этот круиз фантастический, очень веселый и замечательный. Такой же, как и Владивосток. Для меня это не первый раз, когда я к вам приезжаю. Сегодня я планирую посетить центр города, увидеть много мест и хочу попасть на Арбат. Еще один лайнер посетит Приморье в декабре. Судно «Коста Нео Романтика» зайдет в порт 16 декабря. Его визит станет 17-м по счету, дополнительным. Таким образом, круизный сезон 2019 будет закрыт. В целом, за сезон этого года Владивосток посетили 10 различных лайнеров. А в планах администрации края на сезон 2020 года увеличить количество туристических судозаходов в Приморье примерно в два раза. Дмитрий Беломестнов, Сергей Тулатиев. Новости на восьмом.